Вот я и снова здесь. Я обретался в некоторые места, там они ничем не помогли. Но я ж не могу сидеть на месте и ждать, пока все пройдет. Я должен выяснить, что случилось с моими друзьями. В прошлую ночь здесь я и остановился. И все мои друзья куда-то пропали. Еще этот робот, странные фантомы всякие. Ладно, я должен все же выяснить, куда все пропали. Ладно, ночь вторая, поехали. Что это за гудки? Алло? Что? О. Вторая ночь. Расист мне оставил запись первой ночи. Просто уж. Если услышишь это, знаешь, что уже понял, что это необычная работа. Да. Давай я расскажу, что должен был сказать в первую ночь. У тебя есть обычное задание, которое должен выполнить за ночь. Да. Это взломать все игрушки, тащить игровые автоматы и перетащить корабль. А, ну это мы сделали. Если это сделал. Знай, что в этом здании есть робот. Он не поддался, не мог ждать по ночи. Следи за ним и дай ему выйти из здания. Теперь это твоя безопасность. Настоящая опасность для тебя как сторожа. Есть таковой и есть. Является то, что этот робот, то если он увидит тебя, вероятно, попытается себя убить. У него есть, скорее всего, какой-то сбой. Подбиться на него лезут всякие предметы. Можешь брать для обороны. Да, они не сказали тебе это, когда тот подписывал договор. Лай, второй день должен пройти так же легко, как ты первый. Полный ветерок. Я свожусь с тобой завтра. Ну, давай. Хорошо. Да, они мне об этом не говорили. Мне сказали, что все будет нормально. Просто выполнить легкие задания. Не и я. Подарок. Камера. Хорошо. О, задание. Почему так все долго? Так, так. О, все, хорошо. Вот я выполнил. Так. Что за смех? Еще один смех? Нет, 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 я то не пойду. Ты кто? Призрак? У меня есть подарок. Может, это как-то связано? Кузя? Это ты? Подожди, обернись, пожалуйста. Ё-моё, бежим! Потом порадуемся! Ё-моё! Да ну это ты! Ты живой! Да как видишь, блин, целый здоров, Юма. Я не верю. Я думал, что ты все пропал. Да я сам думал, то, что я уже коньки отбросил. Ладно. А ты Олега не видел? Олега? Он тоже нет. Этого самого? Он, да, давай ты туда. Я сюда. Так, стоп. Это же очень хорошо. Hi. Так, автомат. Ладно, автомат потом почему. Ай, блядь, вот это сейчас подстава. Ё-моё, мне плохо. Ё-моё, что происходит? Кислорода вообще нету. О, вот где. Ё-моё. Ё-моё, ладно. Еще один призрак. Ладно. Ай, подожди-ка. А если... Это что за челики? Это призраки, давай, подожди. Hello. Олег! Олег! Да ну! Что ж, что смешного? Привет! Привет, Олег! Да, это... Мы не виделись. Это хорошо, что мы... Что мы нашлись, но... Вы видели этого зайца? Он стал страшнее и сильнее. Ай! Опять! Я ничего не вижу. Тот самый заяц? Ё-моё! Да-да-да! Где кислород? Ё-моё! Ё-моё, всё. Голова немного кружилась. Дай мне минутку, надо поговорить. Нам надо выполнить задание. Опять кто-то смеется. И куда они уходят? Ладно, у меня есть еще три подарка.
И два из трех автоматов я починил. Нет ничего. Может, тут что-то есть? О, лом. Лом, это хорошо. Я слышу, как он смеется. Ладно, подарки, может, мне еще пригодятся. Вдруг еще призраков встречу. О, нет, 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 нет. А я от него никак не увернусь. Нет, не подходи. Нет. Надеюсь, я сейчас найду еще аптечку. А, аптечка, фух. Это тот самый заяц. Ё-моё, фантомы. Ладно. Надо починить автомат. Он вроде где-то здесь. Тут я автомат починил. Нет. Вот он где. Ладно. А где мне еще надо починить? А, я помню, где мне надо его починить. О, нет. Hello. О, нет, он там. Вот это сейчас было неожиданно. Быстрее, 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 быстрее. Здорово! Hi. Надеюсь, что сейчас его не будет. Так, чё? О, нет. Последний автомат починить. А? Быстрее. Так, так, так. Hi. Так. Так. О. А, фух. Оп. А тут, тут мини Фредди. А, так, Кузя, ты коробки сюда доносишь? Да, это уже вторая коробка у меня. О, была. Хорошо. Хай. Кайф. Что такое бандейдж? Это бинт. Дай мне, у меня... О, все, бежим, спасибо. Бежим. Что же тут где? Ладно. Не буду спрашивать. О, нет. Он здесь. Да нет. Ё-моё. У кого есть аптечка? Я тебе одну скину. У меня прям вообще все плохо. О, вот. Так. А это коробка. Так, а что у нас тут? А, тут уже все собрали. Так, ну я свое задание выполнил. И я не знаю, что делать. Аптечек-то больше нету. Ой. Не, он там. Нет. Я уже 4 игрушки сдал. Ой, это хорошо, тебе осталось последнее. Давай, он, мне кажется, он там, игрушка. На сцене я находил тут. А, да? Может, она это, знаешь, там, где куча полок. Тут нету аптечки. Блин, и призраков больше нет. Да-да, вот та, вот та. И сейчас направо, и потом налево. Да, вон, мне кажется, там у тебя осталась игрушка. Петь, он смеялся. Вот, идем за мной. Мне кажется, она вот тут. Вот тут, вот тут, вот тут. Вот она, вот она. Тут аптечки нету. Ой, как все плохо. Две жизни. Это значит один удар от этого зайца, либо один укус фантома. Он тут! Нет. Мне что-то это напоминает. Что? Да он. О, нет! Там Кузя! Нет! Заяц прям к нему ползет! Нет! О, уже 2 часа! Как хорошо. То есть все задания мы уже выполнили. Блин, сейчас надо вообще аккуратно ходить. Нет! Ё-моё! Он там! 4 часа! О, Олег! Олег, здорово! О, здорово. Здорово. Сколько нам осталось жить? А, еще... Я тут прятался. 5 часов. Давай медленно пойдем к выходу. Надо еще это, Кузю найти. 5 часов. Так, вот сейчас надо аккуратно. Вот Кузя. Вот он. Идем за ним. Кузя. Где он? Вот он. Нет, беги. Да, беги. Бежим к выходу, бежим. К выходу. Дай. Выходу. Нет. Почти 6 часов. Но, нет. Закрыто. Закрыто, надо еще ждать. Где Кузя? Куда Кузя пропал? Бежим. Бежим. Да. Давай, иди. Ну что ж. На, доверяй тебе эту монтировку, все. Давай, подбай.
Ну что ж, Эва подожду около выхода. Надеюсь, эта монтировка крепкая. Фух. Ну все, давай. Прощай, заяц. Ой, вот и сломалась. Ну все, давай, прощай. Вот мы и сбежали. Мы сбежали, мы все живые. Олег, ты живой? Олег, ты живой? Живой, живой, все, я проверил. Да, я жив. Все, это хорошо. И нам еще так 4 дня в эту пиццерию ходить. А зарплата когда будет? А, сходим и нам дадут зарплату. Мы же все задания выполнили. Пошел, они вернулись трое. Это да. Но самое главное, все живые. Это самое главное. Это очень хорошо. Но посмотрим, что будет в следующую ночь. Там может быть все, что угодно.